Тебя я любил в понедельник, тебя я во вторник любил. Ни чувств, ни жалей, ни денег, я жизнь молодую губил. Тебе покупал я помады красивых и модных тонов. Тебе посвящал я рулады, выпрыгивал я из штанов. А ты, невозможная дама, как фабрика знамя труда, крутил, вертел динамы, ни нет, говорила, ни да. Но в матери нашей природе спасение есть для дураков. Тебя встречал в переходе с каким-то вдвоем чуваком. Так вот, где собака порылась, так вот, где им белья зла. Вся правда мгновенно открылась, меняют орла на козла. О, сколько я денег угрохал на тачки, шампань и цветы. Все это по стенке горохом пустила коварная ты. Теперь вот из зоны обижен, и стойкость ушла из тепства. Уж лучше на горные лыжи, Гриша, слышь меня, пустил бы я эти средства. По небу холодная вьюга, фрагменты несет облаков. Прощай, дорогая подруга, других поищи дураков. Пускай они делают в умыле обед из 17 блюд. Директора фирмы «Кан» зовут Даниил Данилович Виноградов. Поеду я в кантри к Даниле и новые лыжи куплю. Спасибо, собака родная, порылась ты верно и в срок. Всю правду я горькую знаю, я холоден, твердый, жесток.